Им не страшен ни зной, ни снег. Свою работу они могут выполнять в любой сезон и в любых погодных условиях. На площади Пушкина впервые работают малогабаритные вакуумные подметально-уборочные машины. Швейцарская техника в Иванове всего второй день. Городскому бюджету покупка обошлась без малого в 13 миллионов. Эти машины должны себя окупать, потому что аналогов им в городе нет. Они позволяют очищать труднодоступные участки, углы, они оборудованы моечным устройством встроенным, типа Керхера, правда, с давлением поменьше, 20 атмосфер. Есть в машинке и шланг для уборки мусора в труднодоступных местах. А на зимний период в комплекте предусмотрены щетки, плуг и пескоразбрасывающее оборудование. Подметальная машина управляется джойстиком. Такое чудо техники за час работы уберет площадь в 9000 квадратных метров. Мы в большом долгу еще перед нашими пешеходами. В этом году мы планируем отремонтировать достаточно большое количество тротуаров. Программа предусмотрена на несколько лет более 65 миллионов рублей на ремонт и строительство новых тротуаров. И для того, чтобы для наших пешеходов создать нормальные условия, были приобретены как раз вот эти две новые машины. Александру Кузьмичеву техника понравилась. Поинтересовался он и у водителей, как они осваивают заграничное чудо. Те ответили, что все приходит с опытом. Несколько недель, и они будут готовы бороться с грязью буквально без перерывов. Маршрут чистоты определят в управлении благоустройства. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.